Завтра понедельник. Текст Кобяк. Утро. Я завтракаю и пью кофе. Потом я читаю журнал. Сегодня хорошая погода. Я очень рада. Обед. Я смотрю телевизор. Потом я играю в теннис. Какое прекрасное воскресенье! Я думаю, что завтра понедельник. Завтра нужно работать. У меня болит голова. Вечер. Я слушаю музыку. Какая хорошая музыка! Завтра нужно работать. У меня болит живот. Я ужинаю. У меня болят уши, зубы, глаза, горло, рука и нога. Ночь. Завтра нужно работать. У меня болит спина. Потом у меня болит плечо. Наверное, у меня температура. И почему в понедельник нужно работать? Может быть, мне нужна другая работа? Ты помнишь все новые слова? Нужно. Живот, ухо, уши, горло, спина, плечо, наверное, температура, может быть. Другой. Завтракать. Погода. Болеть. Рад. Рада. Прекрасный. А теперь давай читать. Вместе. Утро. Я завтракаю и пью кофе. Потом я читаю журнал. Сегодня хорошая погода. Я очень рада. Обед. Я смотрю телевизор. Потом я играю в теннис. Какое прекрасное воскресенье! Я думаю, что завтра понедельник. Завтра нужно работать. У меня болит голова. Вечер. Я слушаю музыку. Какая хорошая музыка! Завтра нужно работать. У меня болит живот. Я ужинаю. У меня болят уши, зубы, глаза, горло, рука и нога. Ночь. Завтра нужно работать. У меня болит спина. Потом у меня болит плечо. Наверное, у меня температура. И почему в понедельник нужно работать? Может быть, мне нужна другая работа? Постарайся ответить на вопросы к тексту. Какой сегодня день?
Правильно, сегодня воскресенье. Что делает героиня рассказа утром? Правильно, она завтракает и пьет кофе. Потом она читает журнал. Что она делает днем? Правильно, она смотрит телевизор, потом она играет в теннис. Что она делает вечером? Правильно, она слушает музыку. Какой завтра день? Правильно, завтра понедельник. Что нужно делать завтра? Завтра нужно работать. Что болит у героини рассказа? У нее болят уши, зубы, глаза, горло, рука и нога, голова, живот, спина и плечо. Почему у нее все болит? Правильно, она не хочет работать.